Торжественной линейки, посвященной открытию 4-й смены лагеря «Волна». Первый отряд готов? Готов! Наш отряд! Норвегия! Наш девиз! Без нашей сила, ум и честь, сильнее к победе!
Второй отряд готов? Готов! Наш отряд! Корея! Наш девиз! Мы корейские ребята, мы скучаться не дадим! У нас топовые взятки, всех их сразу победим! Третий отряд готов? Готов! Нашу страну! Россия! Наш девиз! Четвертый отряд. Готов? Готов! Наш отряд! Беларусь! Наш девиз! Мама, дай тебе на ус! Мы Карина, Беларусь! Наша русская страна! И четвертый топ-волна! Мы Карина, победим! Браво, четвертый отряд! Пятый отряд. Готов? Шестой отряд готов? Готов! Наш отряд! Португалия! Наш девиз! Нужен гол! Нужен два! Нужен кубок УЕФА! Седьмой отряд готов? Восьмой отряд готов? Для сдачи рапорта начальнику оздоровительного лагеря «Волна», лагерь «Равняйсь». День торжественной линейки, посвященной открытию четвертой смены лагеря «Волна», построен и готов. Разрешите флаг Республики Беларусь поднять, четвертую смену считать открытой. Право поднять флаг предоставляется руководителю кружка «Сувенир» Татьяне Васильевне Черняковой. Равнение на флаг. Лагеря открыто. И, конечно же, первые слова мы хотим услышать от начальника лагеря Гордеевич Жанны Михайловны. Дорогие друзья, дорогие ребята, сотрудники лагеря, я от всей души поздравляю вас сегодня с этим праздником. Четвертая смена открыта, и это здорово. Скоро учебный год. Ребята, я хочу пожелать вам здоровья, добра. И чтобы на этой нашей большой планете Земля маленькая, уверенная, добрая страна Беларусь процветала, была сильной, могучей и вашими руками, чтобы здесь был мир на всей Земле, не только на нашей белорусской, но на всей планете. Дети, счастья вам, вам, вашим родителям, здоровья, всем-всем-всем! Ура! Ура!
Дорогие ребята, смена наша называется «По странам и континентам». Как вы поняли, страны у нас очень разные. Они даже не перекликаются. Это Европа, Азия и даже затонувшая когда-то Лемурия. Но сейчас она жила на нашей волне. На этой смене мы будем соревноваться. Мы будем принимать участие в творческих мероприятиях. Мы, конечно же, будем делать разные удивительные поделки в кружке «Сувенир». Мы даже, наверное, сможем поплавать и почитать книги в библиотеке. Я надеюсь, смена будет очень-очень интересная. А в этом вам помогут ваши педагоги. Сейчас я представлю педагогов, которые будут работать в лагере «Волна» на четвертой смене. Итак, первый отряд. Андрей Валентинович. Арина Руслановна. Павел Сергеевич. Второй отряд. Анастасия Павловна, Тимур Таирович и Александр Сергеевич. Вожатые, не бойтесь, выходите, дети не кусаются. Третий отряд. Никита Романович, Юлия Ивановна, Алексей Владимирович. Пятый отряд. Александр Викторович, Вероника Юрьевна, Андрей Юрьевич. Шестой отряд. Виталий Андреевич, Мария Игоревна. Седьмой отряд. Татьяна Иосифовна, Виктория Федоровна и Евгений Геннадьевич. Восьмой отряд. Серафима Юрьевна, Анастасия Сергеевна, Александра Станиславовна. Конечно же, я хочу еще раз представить замечательную Татьяну Васильевну. Это кружок «Сувенир». Приходите, она большая умница. Конечно же, в спорте вам будут помогать наши замечательные физруки, прям чемпионы в своем деле. Это Сергей Андреевич и Надежда Константиновна. А для того, чтобы вы всегда улыбались, всегда были вот такие жизнерадостные, хорошие, с нами работает психолог Юлия Николаевна. Весело, у нас есть ядерная смесь. Это художник и модельер Юлия Геннадьевна, педагог-организатор, музыкант и учитель мировой отечественной художественной культуры Светлана Юрьевна. А чтобы вы были всегда здоровенькие, у нас есть врачи Лариса Андреевна, Людмила Эдуардовна и Ирина Николаевна. А чтобы вам было уютно спать, чтобы у вас все работало, все дверцы, и чтобы у вас обязательно была бумага, карандаши, ручки, это наша завхоз Анна Николаевна и костелянша Алла Васильевна, а также все горничные, все милые, замечательные женщины, которые наводят порядок у вас в домах.
Приветствуйте всех. 5 утра подъем. А еще у нас в 5 утра встают те, кто нас очень-очень вкусно кормит. Это наши повара. Аплодисменты, они сейчас тоже готовят. Оберегает наш покой майор милиции Светлана Леонидовна. Она сейчас работает как раз в дозоре, в ночном, дневном и в утреннем. И, конечно же, наша главная мама, самая заботливая и замечательная, это Жанна Михайловна, начальник лагеря. Ребят, ни одно мероприятие, ни одно спортивное или творческое, ни одна линейка не обойдется без этих чутких глаз, без этих внимательных ушей, без этих нежных и ласковых рук. Это наша Эльвира Николаевна. Я очень рада, что наша линейка сегодня проходит в таком отличном настроении. И надеюсь, что закончится линейка тоже в хорошем настроении. Ну что ж, моя такая судьба и должность с вами работать для того, чтобы ничего плохого не случилось. И я сейчас вкратце, буквально в нескольких словах расскажу, что же можно у нас в лагере. Быть здоровым, веселым, активным, энергичным, добрым, вежливым, воспитанным. Аплодисменты. Можно плавать, загорать, участвовать в спортивных мероприятиях, в мероприятиях отряда, лагеря, соблюдать режим дня. Так, перебили царскую речь, скомкали, не дослушали. Начну сначала. Можно плавать, загорать, участвовать в спортивных мероприятиях, в мероприятиях отряда, лагеря, соблюдать режим дня, спать в тихий час и ночью, соблюдать чистоту, убирать территорию и отряды. Запрещается быть грустным, расстроенным, скучать, плакать, не участвовать в мероприятиях, обзываться, ссориться, ругаться, обижаться. И самое главное, значит, сейчас уже серьезно. Выходить за территорию лагеря, опаздывать в столовую, на зарядку, на линейку, на дискотеку. Лежать на кроватях в течение дня, разбредаться на дискотеке, заходить мальчиком в комнату к девочкам. Все услышали? Девочкам в комнату мальчиков. Грубить по отношению к детям и педагогам.